На ремонте вот такая стиральная машинка Indesit. Модель Висн 82. Вообще не подает признаков жизни никаких. Поэтому откручиваем все, что можем, и смотрим. Значит, я открутил уже заднюю крышку. Просто винты откручиваются. Открутил два винта сзади, и тогда можно назад потянуть и снять крышку верхнюю. Значит, вот кабель питания, он заходит в сетевой фильтр, конденсатор, и проводами, значит, заходит в этот фильтр, выходит синий-коричневый, и они пошли вниз. Почему пошли вниз? Потому что, хотя здесь есть плата, но это чисто кнопочная плата, кнопки тут стоят, а питание, плата управления, вот, ух ты, как-то не очень видно, но там плата управления, вот к ней доступ. И она крепится вот этим винтом. Сейчас, если мы открутим этот винт, все непросто, придется найти шестигранник, звездочка здесь не крест. Откручиваем звездочкой винт, и тогда вот этот фиксатор чуть вверх поднимаем и вытаскиваем вот сюда плату. Итак, подобрал я звездочку. Откручиваем, поднимаем вверх, и вот она туда проваливается, и пытаемся сюда вытащить, освобождаем от проводов, пытаемся сюда, здесь есть фиксаторы для проводов. Сейчас как-то вот так. Ну, вот она, плата управления. Что нужно сделать? Ну, как минимум, нужно отсоединить все разъемы и посмотреть, что с разъемами. Сюда приходит питание, и, видимо, что-то по питанию. Или дорожки отгорели, разъемы просто снимаются, вытягиваем, и все. Скорее всего, вот этот, видим, язычок надо оттянуть, и разъем снимается. Можно ли их попутать? Можно ли их попутать? Сейчас посмотрим. Если можно, то нужно маркировать, то есть, ну, то нужно сразу предусмотреть. Значит, язычок отбираем, попутать. У них разные ключи, вот это вот ключи, вот эти вот точечки, это ключи, они разные, не влазят, этот сюда не влазит, поэтому а размеры у остальных разные. Поэтому и ключи разные. Не перепутайте. Просто они будут так, в принципе, и стоять. Можете снимать, перепутать местами не получится. Они разные разъемы. Я снял все разъемы. Они действительно все разные. Попутать их невозможно. Открываем крышку. Вот тут фиксаторы просто утапливаем отверточкой. И тогда крышка снимается. Тут, чтобы снять плату, тоже просто на вот этих фиксаторах. Вот фиксаторы. И плата снимается, но уже вижу, что, смотрите, вот есть тут потеки от воды. Или выгорели дорожки от воды, или замыкание и какие-то детали выгорели из-за этого.
Что конкретно, сложно сказать. Но есть над чем поработать. То есть, как минимум, с платой управления нужно работать. Еще пока не разобрался с чем, но буду разбираться. Итак, при рассмотрении видно, что вот в эту часть платы и попадает влага. Если на этой стороне посмотреть, то тоже все тут окислено. В принципе, питание сюда доходит, и ну, вот эта цепочка, скорее всего, она рабочая. Что дальше, непонятно, но как минимум нужно посмотреть, в чем вопрос, например, что необходимо отмыть. Промываем спиртом, обыкновенно спирт, зубная щетка, все вымываем для того, чтобы видеть, вот здесь вот есть подплавленная дорожка, отгорела она, не отгорела, нужно, вот здесь вот подплавлено видно, полностью отгорело, не полностью, нужно смотреть. Но для начала просто спирт и зубная щетка. Ну что же, я уже отмыл. Ну, отмыл, конечно, условно, потому что здесь вот по разрезу плата почернела и покрылась гарью, поэтому ее нужно будет еще и вычистить. Ну, там, лезвием, допустим, чтобы полностью снять все, что подгорело, потому что по углю будет прошивать. Но суть в чем, что я проверил и по всему периметру все диоды, конденсаторы, ну, просто прозвонил. Ну, что значит прозвонил? Вот в эту сторону звонится, там 560, а в эту сторону не звонится. Ну и так все. Вот это предохранитель. Он звонится. А вот это вот дроссель не звонится. Должна в ноль быть. Поэтому при замыкании вот этот дроссель выгорел. Ну и, скорее всего, это и вся поломка. Нужно поменять его, поэтому эту индуктивность дроссель по маркировке, может быть, по идее, он когда сгорает, взрывается или чернеет. Поэтому по маркировке здесь вам скажу коричневый, черный, красный, серебристый. Коричневый, черный, красный, серебристый. Это 1000 микрогенри. Сейчас буду что-то искать подходящее. И, по сути дела, если я поменяю, думаю, что стиральная машинка заведется. Но это нужно еще проверить. Сейчас в любом случае выпаиваем и ищем замену. Ну что же, хочу сказать, что в ящике посмотрел и буквально сразу наткнулся на вот такую плату, где есть, как мне кажется, именно такой. Тут, правда, цвет какой-то светло-коричневый, но все равно коричневый, черный, красный, серый. Ну, то есть точно такой же. Выпаиваем. Будьте внимательны. Вот отсюда я выпаивал. Что-то мне было сложновато. Здесь теплоотвод сильный. С одной стороны пятак, с другой стороны пятак. И поэтому вот таким паяльником отпаивал. Еле выпаял. Что-то плохо и шел. Когда теплоотвод небольшой, то он выпаивается-то хорошо. Но когда пятаки большие, то отпаиваются тяжело. Ну, собственно, все. Теперь осталось только поменять. Смотрим, как-то они чуть-чуть разные по
размера плюс-минус одинаковые. Так, ну все, залуживаем контакты и припаиваем. Собственно, вот и весь ремонт, да, я так думаю. Сейчас нужно вставить, посмотреть, чем это все закончится, поставить назад на стиральную машинку, ну и смотреть, поможет или нет такой ремонт. Ну, а я буду впаивать, поэтому просто впаиваем. И посмотрю уже, чем закончится ремонт. Проверяем, что получилось. Я тут сзади просто вот так вот на проводах прицепил все разъемы. Подключил к питанию. Включаем кнопку. И все работает. Значит, сначала начал включать, а он сразу едет. И сразу выжимает. Включается центрофуга. Просто оказалось, что нужно было сбросить ту программу, на которой она остановилась, заканчивала из памяти. Ну, когда жмешь несколько секунд, сбрасывается. Ну и все, сейчас в принципе можно запустить. Единственное, что он начинает наливать. Ну, давайте мы вот центрофугу включим. Тогда он не будет наливать. Ну вот и все. Ремонт произведен. Ремонт произведен, поэтому смотрите, несложно. Единственное, что, конечно, необходимо было найти сгоревшую деталь. Но для человека, у которого в руках или у ваших знакомых есть простой прибор-тестер, это возможно. Повторяйте. Как видите, и такую, и более сложную бытовую технику можно ремонтировать в домашних условиях самостоятельно. Подписывайтесь на канал. Увидимся на канале. Всего доброго.